Привет, ребятишки. Полюша, что ты делаешь, расскажи. Открываю пианино. А что за пианино? Электрическое пианино. Да нет, ну и что, это подарок же, да? Да. В общем, ребята пришли к нам на день рождения. День рождения у Полинки уже был. И вот тут еще. 5 сентября. Вот, но мы пригласили гостей на выходные. К нам пришли наши друзья, Майя, Макс. Да, и мы будем завтра праздновать. Мы заснимем наш там день. Там будет праздничный дом. Да, заснимем наш день. Как наши гости придут. Будем отмечать. Ой. Ну, давайте, тяните. Аккуратно. Это электронная вещь. Вон, давай на стол. На стол, на стол, на стол, давай. Розовая поле. Микрофон нравится? Еще есть. Надо еще это включить. Макс, ты умеешь на это играть штуки? Нет. Вот так нажимай, да и все, да? Вот так. Полина, тут, мне кажется, комбинации есть всякие. А Полина умеет? Нет, не умеет. А я, кстати, умею. Да я умею хорошо. Хорошо. Дайте я собачий вальс сыграю. Дайте. Мама пришла. Ой. Не ставь микрофон. Подождите. Ты что такое? А, поняла. Вау. Подождите, я еще сейчас вообще всех удивлю. Это тут маленькие клавиши, у меня пальцы не так заточены. Там есть там-там-там, та-та-там. У меня пальцы помнят на нормальном пианино. Ты что, играл на пианино? Я год училась. Офигеть. Оль, ну что, ты хочешь на пианино учиться? Учиться прям. Или просто балякать? Днем рождения тебя, днем рождения тебя, днем рождения Полина, днем рождения тебя. Эй, ты днем рождения поешь. Только мы с конем тополем идем. Я могу потратить гораздо более. Моана! 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 Как красиво! Стой! Стой! Тебе показать кое-что хотела! Ой! Смотри, какой браслет красивый! А мне такой на мой день рождения подарите, я тоже такой хочу. Такой же, что ли? Да, мы да. Что-нибудь новенькое придумаем. Смешной петух. И туда клюет, вот так клюет. В какую-то сторону вот так клюет. Фига, кудрявые такие. Настоящие. Я всегда, может, буду с ней спать. Привет, всем привет. Сегодня к нам приехала Агата в гости. Да. На день рождения к Полине, да? Да, да. Хорошо. Привет. Дальше вот тебе такой тоже рюкзачок. Вау! Какой мяч! Да, они там все что-то между собой похожи. Вот такая же ручка. И вот мотик.
Вот кошелёк. Мне тоже не нравится. Ручка только нужна. Смотри, какой маленький, хороший. Где баба, где деда? Показывайте. Вот. Дед. Это папа. Это дедушка. Это дедушка. Это папа. Это дедушка. Это папа, это мама. Это папа. Где папа? Вот это дедушка. Нет, это папа. Дедушка, это папа и это мама. Нет, это папа. А где бабушка? Это сестра. Бабушка ушла. Бабушка ушла. Не знаю. Агата, смотри, с удовольствием сама играет. Макс, что вы смотрите? ДНС ТВ. ДНС ТВ? Да. О, нифига себе, мы будем соседям смотреть, что ли, в окна? Я говорю, на русском, она будет говорить. Хорошо. Ты куда так столько много снимаешь? Саша, привет. Днем рождения тебя, днем рождения, папа Лина. Загадывай желание и... Вообще вкусно, но для меня очень сладко. В общем, гостей всех отвезли с Катей, развезли на мотоцикле до метро. Ходки 3, наверное, сделали. В общем, посидели клево. Катя, тебе понравилось? Да. Здорово. Было здорово. Прям вон, смотрите, какое застолье у нас было. Это было взрослое, это детское было. Как тебе денек, доченька? Понравился? Хорошо. Нормально? Даже очень клево. Ну все, всем пока, говори, машите. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Пока. Тоси-моси, ставьте лайки. Пока. Пока, ребята. Пока, мама. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока.